По данным исследовательского центра Pew, почти один из четырех американцев за последний год не прочел ни одной книги. Но лично мне почему-то кажется, что таких людей гораздо больше, поэтому... Чтобы это выяснить, сегодня днем мы отправили нашу команду на улицу, чтобы попросить прохожих назвать книгу. Любую книгу. Пусть это будет Библия в картинках. Или 50 оттенков серого, неважно, мы просто задали вопрос. Назовите любую книгу. И вот что у нас получилось. Можете ли вы назвать любую книгу? Можете назвать книгу? Конечно! Я не читаю книги. Но я... как там ее? Можете назвать книгу? Нет. Можете назвать книгу? Я не читаю книги. Ну, как-то так. Книгу? Король Лев. Мультик? Да, книга. Вы читали книгу «Король Лев»? Да. Дайте подумать. Так, подожди, чувак, да, я вспомню, я так сразу и не... Так, давай ты вырежем. Назовите любую книгу. Книгу? Любую книгу? Книга джунглей. А, это не книга, это фильм, да? Книга джунглей, точно. Разве? Или книга? Уверены? Нет. А, скажите, а журналы считаются? Нет, журналы — это не книги. Ну, так-то да. Ну, я могу назвать Моби Дика. Это художник. Он написал книгу под названием «Лошадь». Мне нравится эта книга. Моби Дик был автором? Да. И книга называлась «Лошадь»? Да. Я так и сказал. Последнее, что вы читали? Наверное, «Доктор Сьюз». «Доктор Сьюз». «Доктор Сьюз». «Доктор Сьюз», наверное. Я вообще никогда не читаю. Все вылетело из головы. Боже, ну хоть какую-то книгу. Простите, у меня вылетели из головы все названия книг. А чем вы зарабатываете на жизнь? Я библиотекарь, но я не читаю книги. Все, что вам нужно сделать, это взять книгу. Если вы умеете читать, приключения сами найдут вас. Ты абсолютно прав, спасибо тебе, Шак. Ну а вы не забудьте поставить лайк этому видео. Ну а это видео для вас перевел и озвучил Евгений Зайцев. И чтобы не пропустить новые видео, нажмите кнопку подписаться.